Я знаю, что мне повезет. И не только мне, всем нам. Ведь сегодня пятница, а завтра выходные. И уже 1 апреля на горизонте. И это значит, что весна разгоняется, разгоняется, разгоняется. И дарит нам хорошее настроение. Как, впрочем, и мы здесь, на телеканале «Самара ГИС», каждый будний день в 20:55 дарим вам положительные, позитивные эмоции и что-нибудь приятное в виде всяческих подарков, сертификатов или билетов на различные мероприятия, которые в Самаре происходят. Что же нужно для того, чтобы стать участником этого сногсшибательного розыгрыша? Вступить в группу телеканала «Самара ГИС», вы адрес сейчас видите на экране, найти там запись о очередном конкурсе, сделать репост себе на стену, это условие обязательно, сохранять до момента объявления результатов и, конечно же, оставить порядковый номер в комментариях. Друзья, за этим обязательно следите. В который раз уже, наверное, повторюсь, в миллионный, что у нас всего лишь 90 бочонков в нашем мешочке с лото. Больше нет смысла ставить, поверьте, ваш 105 или 125 номер ни к чему не приведет. Так только если захотите поучаствовать в следующий раз, дерзайте, друзья, в начале, в самом первых числах, как говорится. Ну и, конечно, совсем недавно мы объявили о том, что вы можете прийти сюда, к нам в студию. Вот, собственно, Мария сейчас здесь с нами. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, расскажите, пожалуйста, что вы выигрывали, как это было, как вот вы увидели свой собственный номер на экране? Я увидела уже видео, это на следующий день, и одновременно мне написал человек, что я выиграла. Я, конечно, была очень рада. Было раннее утро, и концерт был прямо в этот же день. То есть такой сюрприз. Да, такой сюрприз. Что за концерт вы посетили, как вам понравилось? Мы из СССР. Концерт очень казался интересным, пошли вместе с мамой. Все песни знали, пели. Да, было очень весело, так что спасибо вам большое. Да не за что, участвуйте. Кстати, тогда Мария повезло ей под номером 69, да? И сейчас вот репетируя тут, так сказать, вытаскивание бочонков, тоже вытащила 69 номер. Ну что, давайте мы его будем тусовать, мешать. В который раз прошу нашего зрителя, нашу зрительницу подтвердить, что все честно. Все честно, абсолютно честно. Мария, ну давайте, мы разыгрываем пригласительные билеты на спектакль «Последний клоун» на земле театра «Дерево». Это Дрезден, Санкт-Петербург. И первый наш зритель, который пойдет на этот спектакль, оставил свой номер, свой комментарий под номером 12. Под номером 12 мы вас поздравляем. Это очень удивительный, интересный спектакль. Вам компанию составят. Будете сидеть рядышком, можете познакомиться, поделиться впечатлениями. Зритель или зрительница? 88. Да. Номер 88. Спасибо большое, друзья. Ну а прямо сейчас заходите в нашу группу. Очередной розыгрыш стартует, и я думаю, вам повезет действительно. А тем временем Мария подготовила, кстати, привет, из-за которого очень многие люди как раз-таки на телевидении стремятся попасть. Маш, ну ваша камера напротив, дерзайте. Кто у вас смотрит сейчас? Передавайте. Я хочу передать привет своей семье, своему любимому мужу, сыночкам, маме, папе, сестре, племянницам, вообще всем, кто меня узнал. Очень рад, что попал к вам. Спасибо большое за такую возможность. Это очень здорово, действительно, друзья. Повезет и вам, и записывайтесь на участие, и совсем скоро, может быть, даже на следующей неделе в этой замечательной студии окажетесь именно вы. Я знаю, что вам повезет. Мария, большое спасибо вам. Успехов во всем и вашей семье. Ну, а мы, друзья, увидимся с вами уже в понедельник. До свидания.